погнали в сторону Тобольска, прокатимся. Две машины Шевроле Нива еще догоняют. Давай, Александр, рассказывай, куда ты нас сегодня поведешь. Так, хотим проехать до озера Юрашево. Угу. Оттуда уйти в Белый Бор. Сюда-сюда. Белый Бор. Там посмотреть белые грибы. Но основная задача просто прокатиться, отдохнуть. Да. Там посмотреть белые грибы, обратно пойти по верхней дороге. Там вроде как бы будет без дороги. Сейчас дорога должна быть лайт. Ну, сейчас это увидим. Дождей, кстати, не было, наверное, будет вот. Ну, наконец-то, а? Кого я наказывать из вас буду? Наказатель приехал, а? Да, привет. Ну, что? Как в тот раз? Все? Ну, чья так? Только Леха говорил, наказал. Ехали, ехали. Где встретиться? Только за 100 километров от Тюмени, да? Вышел, даже машины не надо, чтобы видеть. 5 метров.
чего-то может быть. Да что открывать? Ну, вентиляторы что-то прыгают. Слушай, может это? На круге какая-то проблема? Может быть, генератор залил? Может быть. Что, у тебя СУП, нет? Так, может быть. Здесь мусор. Не сбили. А, может быть. Да. Ничего? Ничего, ехать дальше пока. Да, как ехать? Чем дальше уедем, тем лучше. Дальше там будет лучше народу. Ничего, да нет, они, мне кажется, собрали. Все, прилип. На. Так он повышенный едет. Так, опять обороты нифига не держит. Что здесь нормально? Че? Опять нифига не держит? А? Опять нифига не развивает оборот. Ну ты видел, я встал? Да, да. И тронуться. Ну я сейчас ехал, я тоже это намочился. Не, я говорю, даже тронуться не мог. Блять, из-за чего может быть? Да, водичка. Лужа дело такое. Кто любит чистый двигатель, вам лужа противопоказана ездить. Комок пилива. Знаешь, что это? А то джиперы, джиперы. О! На стоковой резине едет. Солдеповский у вас на сток на... резине. На... Собака пассажиров. Вот это я понимаю. Да.
раздатку выключил. А, вон вижу. На ровную дорогу поворотом, я раздатку выключил и заново включил. Нет, а снизу видел, комок-то грязи был? Под защиту же грязь тоже налезла. О, стой! А у тебя зарядная? Нет. Я, блядь, смотрю просто на ремень, ремень на весе стоит. А они сейчас охладят, да, ну, что-то, они что-то делают. Видите, ребашек. Причем тут всегда. Могут включиться нормально, а могут вот так вот. Ебашь, там есть вентиляторы? А может есть. Это? Ну да, есть. Куда-то я не смогу подлезть из-за лопасти, грязь посмотреть. Вот тебе ягоды, это будет стеника. Да, это стеника. Первый раз залетая ягоды. Либо крепление слетело, и поэтому его болтает при работе. Либо здесь баланс какой-то. От грязи. Вот она, я шатаю рамку-то, вот она же. Нормально держится же. Да. С той стороны подлез. Все, не его починили, едем дальше. Даже из машины выходить почти не надо. Вон он, березовик. Ноль восемь. Качаться решили мужики. Боятся боковой порез поймать. Все, едем дальше.
дали? Так он куда выйдет, он сейчас выскакивает, у нас будет. Ура! Все, мы добрались. Тут все изрезано. Да? Да, да, найти можно. Да, найти можно. Нет, надо ждать, когда числа 15 сентября уже. Нет. Красивый, но. Это же теперь. Вань, с краем. Так режь, проверяй лишь. Это красивый, этот поменьше. Червивый. Все червивое. Красота. Ваня, друг наш, без него бы никто ничего не увидел, да, Вань? Кому скажи, хуй поверят, что раздатка могла двигатель души взлет. Ах, красота. Уголь прям хороший, да? Я его всегда включилась. Вот именно. Я его всегда в кучку разжигаю. Я говорю, видишь, у них же у трех дырок-то два рычага, а тут одним. И у них чуть-чуть машина больше. Смотри, вот это усиление то идет по сходнику. Я поехал обратно, остановился. Ну, зря ты не доехал, надо было доехать. А ты нет? О, вот это я понимаю, оффроуд. А что ты делаешь-то? Слева езжай. В смысле? В смысле, вот так вот и езжай. Что ты с этой, с этим бревном-то? Саня сказал, я в бревно хочу. Зачем бревно, Сань? Ты что? В смысле, я его, чтобы на него не наехать. А, так посюда же поедешь, все равно по левой стороне. И вот это я сразу прилипну на, смотри. Какая. Ну, так вот именно, нахера здесь. Вот слева поехали. Вот посюда, что ли? Так, конечно. А что ты? Ты сейчас тут ткнешься и прилипнешь реально. Ну вот тут-то и будем, и будем в этой грязи ковыряться нахера? Не, ну давай. Мне кажется, хотя бы, ну. Мне кажется, в темноте-то уже просто доехать и все тут. Тут нам хватит. Вот по левой стороне езжай. А там вода. Ну там вода там уже это, как его. Ну вот здесь направо. Направо уходишь тебе, Сань, вот здесь хватит. Мягко. Вот здесь хватит побуксовать-то. И все, по правой стороне проходи. А дальше что ты? Посмотри, что дальше. Да дальше дорога, что? Следы же идут. Правда, лесовозная, да, это?
Болотоходный. Болотоходный? Не, дальше? Ну а дальше посмотрим. Че? Поехали? Или разворачиваться будем? Ну просто, просто дорога, по которой мы заезжали, она тоже не сахар. Поэтому поехали сюда, что? Вот сюда нет, между колеев кто проедет. Да ну, он как-то разворачивается. Да поехали. Поехали, нормально. Да, мягкая. Нормально, езжай вот посюда и сюда. Только сразу в блоки включи и не, это не промажь мимо колеи. Че? Нормально? Что думаешь? Тут-то он доедет спокойно. Да. Тут-то да. Опа. Опа. Она такая грязь. Давай как идешь, так иди, чуть левее руль. Заедешь сюда, ничего страшного. Потому что сейчас будешь выбираться и все равно стянет. Газой, газой. Вот и все. Там бревно. Где? Там. Впереди? Сань, бревно спереди. Здесь тоже бревно. Давай же скач. Ехали, ехали. А не вырулишь ты? Опа. Фига. Что, идет? Нет? Упираешься в ступеньку какую-то. Давай назад будешь сдавать, чуть больше газу дай-то, там надо 20 сантиметров проскочить. О, о! Давай еще раз и увидишь. Еще я убрал. На всех блоках, да? Нет? Да включи уже, пора что? Включи, ну. Что играться-то? Его травануть можно, он же двойку накачал. Да ладно, что вы двойку накачали что? А? Нифига вы, а что вы так? Думали, грязи не будет больше? Офигеть. Ну слушай, гребет вообще, конечно, знатно. Я не знаю, как мы поедем. Если у тебя проблемы. Там, слушай, это, палка упираешься задним колесом. Да, да, ты это левым проскочил, а правым, передним проскочила, а задним наехал. Вон,
Сань. Сейчас подожди. Задний выбирает. Ну слушай, она, она жесткая, не знаю как. Че там? Ну что, бревнышко? Полено такое лежит. Полено торчит. Жопой упираемся. Ну да. А не морда он там упирается? Мне кажется, морда, потому что... Не, мордой ты сейчас проскочил. До этого мордой упирался мостом. Ну, я не знаю, как его. Жесткая, давай длинная. Давай сейчас назад попробую еще. Длинная. Что, это? Переставится? Мне кажется, не переставишься. Не, вот так-то шевелится его, ковырнуть. Думаешь? Может, каким-нибудь другим бревном его опустить, положить? Ничего не порвать, чтобы. Потому что мордой ты проходишь. Офигеть, конечно. Опа. Все. Все, наверное, перегазовал, но... Не, так мы что-то решили, мы вперед за березу протянемся. Вперед за березу? Да. А, давай так, слушай, там слева это объездка вроде есть. А, ну можете по объездке, смотри. Иди только дальше надо. Ну и что там? Ну вот тут две дорожки, с левой стороны вода в кустах. А правее непонятно. Сейчас я с фонарем приду. Ну вот здесь левее стоит. Не, там лужи, ты что? Левее мокро там, Серег. Так, что, фонарь вас оставлю? Ну я этот из года. Ну что там? Короче, нечего там, да, делать? Да. Угу. Не, ну правее это вроде кажется, то что проезжабельно. Ага. Да. Ладно, что, пролебедимся. Вопрос, что там дальше? Ты расскажи лучше, как так получилось. Ехал, застрял. Ну, кстати, вообще двигался до последнего. Я вот удивился. Я думал, ты сразу сейчас прилипнешь и все, и ни туда, ни сюда. Из-за бревна боюсь, просто лишь бы колесо не разулось. Ну да. Нет. Ну тут слева, по левой стороне бревна идут продольно. То есть тут лежневка, видать, какая-то была. А, мы с самого начала просто обе блоки включать, а без блока ехал сюда. Без блока еще и 2 очка, да? Ну, молодцы ребята, поехали в лес. Понадеялись на резину. Ну, резина-то классно гребет-то. Что вообще? Что такое? Да посмотреть этот пенек-то, который что там стоит. А то поди хоть мост взрывает. Ну не вижу я здесь его. Положи рядом пока. Так там болт. Давай. Охуительно. Попробуем.
Полено. Где? А, вот это? Зацепа не хватает. Так, так, так. Слушай, я уже, он прохлопнет. Вот за это дерево, чтобы мне выскочить вот сюда, и здесь уже как попытаться, чтобы по вашим следам не ехать. Ты вот посюда вот пойдешь. Вот, ну вот, линии. Вот, то есть мне сейчас за лебедицу, вот да? Вот сюда. Вот мордой. Если я здесь не утону, ну, по крайней мере, даже если я здесь утону, я уже прямо потом пойду по этой колее. Да? Давай вот сюда. Отлично. Красавец. Все хорошо. А некуда ехать, сейчас парни поедут. Ну что? Что как? Еще не нагрелся? Почти 90 держит. Да? Ага. Ну ладно. У меня печка на максимум. Ну так и держи. Дорогу. Раз здесь не ездили. Знаем, что тут. Прилипнет. Что там, Серёг? Сидят. Оба. Давай, езжай. Ему можно в разрез колеи ехать, нет? Получится. Динамку сейчас. Точнее, эту. Легкую длинную автосейдер, все. Уже у меня готово. Че, Вань, больше не поедешь с нами? Нет. Понятно. Мне хватило. Не, пока колеса не поставлю. Нет, конечно. Надо это апгрейд сделать нормальный. И все.
Че вы там? Куда ехать? Ну вот, а? Куда ехать? Не, ехать не знаю, куда он закипел. А, да? Да. Че, Вань, зацепил? Ага. Все, поехали. Нива закипела. 5 электровентиляторов они отказали. Предохранители целые, я не знаю, что, рулюшка или сами моторы. На печке по максимуму ехал, но все равно не хватило. Динамку его посадил. Сейчас поедем, вроде недалеко осталось. Надеюсь, проедем без происшествий. Все, мы это сделали, на Кунчуру доехали, дальше асфальт. О, кошка вышла на дорогу. Все, Ниву отцепляем, я думаю, по асфальту уже с нерабочими вентиляторами греться сильно не будет.